По данным полицейских, с начала года в области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых погибло 20 человек, 410 получили травмы. Очередное ДТП случилось 15 августа 00:50 часов на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Академика Чокина. В результате столкновения машины Volkswagen Golf и Toyota Prius одна из пассажирок выпала из салона автомобиля. С травмами она была госпитализирована в больницу. 21-летний водитель автомашины Volkswagen Golf, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной Toyota Prius. В результате ДТП 38-летний пассажир с травмами госпитализирован в больницу. Автомашина водворена на специальную штрафную стоянку, проводится проверка.